В настоящее время в мире насчитывается около 50 миллионов носителей вируса иммунодефицита человека. И это только те, кто знают о своей болезни. Почему важно вообще говорить об этом? Потому что на данный момент более 35 миллионов жизней это заболевание унесло. Ежедневно от СПИДа умирает около 7 тысяч человек, и из них, к сожалению, около 1000 – это дети. Это должен знать каждый, считают активисты нашего города. Поэтому с 11 по 20 мая клуб волонтеров «Инсайт» совместно с ресурсным центром добровольчества объявили в нашем городе информационную декаду, посвященную Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Главная задача – рассказать молодежи о том, что это за заболевание и в чем разница между ВИЧ и СПИДом. ВИЧ-инфекция отличается от СПИДа тем, что СПИД – это уже последняя стадия ВИЧ-инфекции, ее уже не остановить. ВИЧ – это неизлечимое заболевание, но существуют препараты, способные затормозить распространение инфекции в организме и позволить человеку и дальше жить нормальной, привычной жизнью. Ключевую роль в борьбе с ВИЧ выполняет своевременная диагностика этого заболевания. ВИЧ-инфекция поражает иммунную систему, и из-за этого, если это никак не останавливать, можно заболеть СПИДом, и со СПИДом можно умереть даже от простуды, поэтому, я думаю, очень важно знать, ВИЧ положительный или отрицательный. Но самая большая проблема ВИЧ-инфицированных – в восприятии своего нового статуса и в отношении общества к ВИЧ-положительным людям. ВИЧ-инфицированные зря их дискриминируют, потому что через всякие прикосновения или в быту это никак не передается, это может передаться только через кровь или половой контакт, так что они не опасны. ВИЧ передается лишь тремя способами – через кровь, незащищенный половой контакт с носителем вируса и от матери к ребенку. На сегодняшний день ВИЧ изучен хорошо, и развитие заболевания научились сдерживать. Однако это не делает его менее опасным. А потому каждый человек должен знать, как передается ВИЧ и что делать, чтобы не заразиться им. Мария Рунич, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.